ты можешь еще делать? Я просто обычно говорят, типа на нашем корабле или на том. Все берут ранцы, развлекаются с ними. Воронск, сколько осколков уже? 43. Неплохо. Ну что, может даже в это КД уже добьешь, да? На прошлом КД мы ходили на 8 бот. Два упало, один Нурглет забрал, один я. Че боитесь? Самое меньшее всего, что я видел, два осколка с 8 боссов. Коника, 583, да? Я один осколок за позапрошлое КД увидел. Сколько боссов ты убил? 9. Ну я, мне просто перло. Коника. 8 по 6 и по 7. А Лазгера прочитай. Ну, 583 или чё? Ну да, 583. Можно мне их вернуть обратно? Я случайно нажал. Не то. Ошибка. Так, не-не-не, двое уже. Что это там вдалеке? Не, реально, она бывает, табличка так резко выскакивает, что ты можешь там что-то делать и нажать. Есть такое. На честь обратно, ты лишний. Лишнее минус оно. А сколько было, ты помнишь хоть? Сейчас вы ответите перед Солфангом. Потому что сейчас у тебя вообще нолик пишет. Я не помню, если честно. Блять, вчера какую-то шмотку брал. Поезд. ЗС. Вот этот. Ну все, значит, верно. Короче, вследствие того, что уже двое натыкали кнопки, которые не надо было тыкать, ровно с этого момента ГП снимать за шмот, который вы там случайно паролили, я не буду. Внимательно смотрим на лут. Нажимаем мы инспект на то, что нужно. А кто-то латные хиловские перчатки правильно срулил? Нет. Вот он за ударом хочет на хила взять. Ну я же хила собираю, у него успех хил. Какой кошмар. Знаешь, я вот на маунте стою, кинешь мне трейд, отдам тебе эти перчатки. Ну, после боя. И будь в бою. А чё это ты вага на маунте стоишь? Шмот, блядь, переодевал. Я на макросах нажал, блядь, хуйню, у меня на леди оделся Т4. Нормально, так когда комплекты тыкаешь, можно ранить потерять. Да я просто босса бил, смотрю, токи не вешаются, думаю, что не так. Я так, знаешь, на прошлом КД в хилошмоте какого-то босса бил и понять не мог, почему у меня молнии не... У меня же там еще трансмок одинаковый на хиле и на этом. Захожу, смотрю, вроде все нормально. Да пофигу, на вторую карту на боссе просто Т5 паладиновски отключается. Просто и все. Нет, он же отключается вроде, если кто-то PvP встает. Нет, я тестил. Именно ретриковский. Постоянно. Тоже думал, что комбо. А когда нету комбо, то тоже отключается. У меня все комбо отключается. У меня тоже отключается. Типа, слишком имбово они считают. Чем мне спрыгнуть надо будет, там 50 стаков.
Кинешь на наш корабль и бьешь трэш. Мгновенно, ты почему трэш не бьешь? Че, уходить, да, Милиха? Да стоить, нет? Хотя вроде нормально. Он не пробивает танк, нормально. Оружейник подпишись, блин, поверка. Так. Ну все, добьем, наверное. Сейчас прожмем. Оружейники, огонь! Артирщики, заряжай! Что ты летаете после этого? Артирщики, заряжай! Уходите с корабля, сейчас прыгает. Есть. А сколько ГП стоит тело? Смотри, на теле написано. А, когда будет ролик? 78. Осколок есть? А ты его в бага не видишь? Что-то где ваг? Куда тебе кидать? На корабле стою. Я забрал. Сейчас лут раздам, отдам перчатку. Микадзе, о каком офспеке идет речь? На мутика, наверное. Леха же говорил. Вроде нет понятия офспека. Да, уже заеб будет одно и то же объяснять много раз. А че, прото-рогов не добавили, только прото-демонов? Короче, на Микадзе, на мейнспек берешь или не берешь? Бля, кольцо классное. Почему отменили? Почему отменили? Отменили что? Дрол. Я сидел, думал, смотрел, а оно раз и пропало. Долго думал. Сейчас проверим. Я лучше приор, чем... Ты его не заберешь. А там проверяли, там вроде рок хотел просто вот. Торкра! Выдвигайтесь! Герои, будьте начеку! Пойдем сюда, Мишка. Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим
этот мир во имя плечи. Дикой магии есть у кого-то? Две штуки. Наверху будете танчить? Зачем ты с допингом хочешь? Так, Войт, у тебя в заметке вот правильно все по спеку написано или неправильно? Тут сейчас посмотрю, что там. Вопросы возникли. Так, ТВ Войт, да, Эрдру, Мишка. Мы назвали его Дранош. Эрдру, Мишка. Двица у вас? Не, просто вопрос, я как бы не против. Если... Миш, у меня три спека. Мишка, Эрдру, Сова. Если просто ролит на шею на хила, одевается... одновременно Мишку, как бы. Какой у тебя мейнспик, какой у тебя оффспик? Мишка, мейн. Офф-сова, да? Да. Тогда шею мгновенная дай, пожалуйста, у тебя на третий спек, а ему на второй на Ну, сейчас просто босса. Забирай. ОБ, зависло все. Ёпта. Веселитесь, слуги мои. Забирай. Дайте сальву повару. Чек, сундук, чё стоишь-то? Чё я? Гулял. А, нет. Чё, там 30 минут до ребута, кстати. Шифтаните ДПС, чё там? Плохо всё. Очень плохо. Только Локи старается. Блять, а цифры какие, блять? Чё там? Есть цифры там 22, чё там вот 22. Это? Какие цифры тебе надо? Какие? А, походу в молотке опять возвращаться. А где кто? Нет, единственное, там на Синдру квест. Мне единственное интересно, на Миказа не в 4-5? Медведю волю на мейн роли. Что у него прям очень... А, Т4. Так, там через ну, на Т4 это нормально. Квест палки вот этой следи, где сдается в Дворане? У этого, у Ронина.
А где он? Там, где аметистовая крепость, так называется. Япончик. Там, где чарка на голову берется. Япончик, сними 800 с Мэнни. Не знаю, я видел, сейчас его уже снимаю. Эх, скорее бы четвертый кусок. Я просто вот по драгонной системе он мне сказал, вот мы с ним били, я по своей, по старой, а он вот по новой, по которой я сейчас тестил. Он по ней, блядь, 27, что ли? А я типа 20 вот по этой хуйне дал. По типа как он мне сказал. Чего стоим? Кого ждем? Надо до ребута хотя бы убить два босса с чумки. Ты хочешь сказать, что мы за полчаса только два босса убьем? Ну, кто знает-то. Сколько тебе там осколков еще, Враска? Мне 6. О, хорош. Может быть, даже я сегодня начну собирать, да? Эту пачку следующую научу, да? Все, а мне можно узнать, а когда я соберу? Мишка. Там Леха решает, по-моему. Враска доберет, спросим, да, у Лехи, кто там в следующей очереди. Потому что я не в курсе вообще, по сколько. Там нет очереди, по-моему, вообще. Там очередь примерно такая, у кого сколько осколков и кто когда ходит. Ну, по частоте. Да, совокупность каких-то качеств. В любом случае надо Леху ждать, потому что я лишь не в курсе, кто, что, когда. Но он говорил, что, вероятно, буду я собирать после Враски, но это не так. А еще он сказал, что он может себе будет собирать на паладина. Старая история, очень старая. На паладине 20 плюс там осколков. Так что он может быть, если по осколкам, может быть и впереди вас. Но только он в ЦЛК не может в это зайти, потому что... У него уже КД. А жену Энн собрал? Еще нет. Так он в мой не собирает. Не знаю. Ему вчера мало выпало, как я понял. Сколько у него вообще осколков там было? Значит, даже не в курсе. Не помню. Наверное, на порядке 30-ки что-то. Роги, давай, ловушки. Женен собирает вечерним? Да. А, Жужен, потом на Эликс. Есть еще разница, со скольки ты собираешь. Если он с нуля собирает, конечно, он будет долго это делать. Женен на порядке 30-ки уже есть, по идее. Он с нуля собирал, но он уже КД 3 или 4. Точно ходит. Я за 3 кд в обычке 27 собрал. Ну смотри, он только в гильдейских вроде бы собирает, поэтому он только в хэм. Ну в обычку чё он не ходит, почему? А я за 3 кд в обычке собирал от 6, там, край до 9. Ну я вот в последнем, вот это 4 кд, которое ходил, выпало. Как вы это делаете? Мне только с поидом один раз фартануло на 5 осколков, и все. Остальные у меня было 2 осколка за рейд, 1 осколок за рейд. Я типа что палом, что варом собирал, когда я больше 7 вообще ни разу не собрал. И это был один раз. Вот я типа за 4 кд в обычках 12 осколков полутал только. Просто, типа, по моему мнению, это нормально, а вот со слов некоторых товарищей, типа, в Раске, это очень мало. Мне везло все это время, а вот на вчера не повезло, на том, когда. Просто я, например, тоже много людей знаю, кто вот с обычек вообще практически ничего не лутал, даже на фул там по одному осколку было. Я все разы, именно когда я один был на осколке в Пугарайдах, тогда мне вообще капец как падал. А вчера я был не один на осколке, упал всего 2. Я что-то понять не могу, куда псины делись? Разобрали их на запчасти. Аура от тьмы. Фрост аура не нужна.
Так, короче говоря, у конника третья аура, у Враски первая аура, у Талдорама аура от тьмы. Так, стоит у меня от тьмы. Перче на пул. По команде заберешь, мне даешь после коста. И до конца танчишь. Тимыш, Талдорам. Квеста же не было, да? Сейчас ману восстановлю. Либо Синдра, либо кровь будет. На Синдре, потому что вчера не было на крови. Ну все, значит. 20 сек до Геры ток не давайте. На Тухом вообще вроде как Геру не дают, если чё. Вот если ты тут, зачем тебе еще апать и так навешь нормально? Может, хватит жрать пельменями или зон? Все забирай, Мишка. До конца танчишь. Что? Что-то непонятное было со стаками. А, я не понял. На мне точно два стака было? Потому что я сам меч понял. На мне почему-то был один. Тогда же один тебя не должно было сложить. Минус 44 тысячи. Чё в милиспору не осталось? У меня вот тоже пишет минус 36. Сейчас я проверю, кто со спорами был. Я лично две споры выносил, но мне по-любому две было. Так, ну чё, вторые споры. Алиастра, Пронера, Зелина. Еще я вижу Нямка, Розелина. Нямка, Локи и Шторы. Значит так, РДДшки, на следующем рейде, если вы не занесете споры в мили рейд, вам будет начислено много ГП. Осколок есть. Собирай. Все забрал. Войт, ты сдал квест? Да.
Медведь, водить умеешь? Слизни. Даже если не умеет, придется научиться. Да пожалуйста. Давай. А есть начертатели в рейде у нас? Да, ловишь большого и по большому вот этому кругу. Он плюется к РДДшкам лицом, старайся не поворачивать. Я бегу. Повару все бафы обновили. Чисто баф. Рыба есть? А, алоэ на 8, медведь даешь на слизни. Пул по отчету. Кстати, мог стак потерять, когда выходил из племени. На мне два было. Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Скажите, как Геру дать. Вообще здесь Гера дается по 30%. Бочком, бочком, Мишка, беги быстрее. Чудесно. Бегай с ним. Беги, малышка, беги! Вольт, он тебя учит, что ли? Тебя? Вольт, сове. Отличные новости, народ! Еще большой врейд. Осколок есть. Ужасные новости, народ. Гниломорд сдох. Но есть и отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. Собрал. А вот эти запястья на Эрдру нормально будут? Охуенный брат. Да? По-моему, говно какое-то. У меня похожие 260. Только кожа там.
Чё, мяка, Кирс, на жезл что-нибудь нажмите. Что там, квест не синдру, что ли? Получается, что на синдру. А чё, когда 25 сиронит соберёшь, чё за квест будет? Сейчас пушку дадут и всё. Души фармить надо будет потом уже. Ой, ты как на ШМ, то же самое. Сосать будешь, все нормально. Там почти то же самое. Только мини-квест какой-то, там мини-боссов надо будет убивать целка. Так все одинаковое. То бишь после душ у тебя вместо профа, если, ну, вот это всего, будет свой какой-то соло ин. Соло целка будет, по-моему. Перед душами будет соло... Что там, блядь? Почему? Какой-то ЛКшный инст. Перед душами. Будет ЛКшный инст. Принеси, подай, иди нахуй, не мешай. Блядь, не будет сходить. Ну чё, там эти... Делать? Кузня, яма, там какая-то из них. Либо зала. Нет, не они. Кирс, начисляй за два босса. Сколько у нас до ребута времени? Да, идем трэш чистим перед советом. Даже совет не нужен. Да. Да лучше не ставит. Это будет как вчера. Такой неприятный босс совет, на самом деле. Да чё он неприятный? То, что он самый бестолковый босс. Так тебя как проститутку кидает из угла в угол, ты стоишь на месте. Когда... Че, контрольщики есть? Всей толпой туда подниматься не надо. Туда могут подняться танки, ретри и шипы. Корни дался. А, блин, перепутал. Япончик, короче, начисляй за два босса. Спускай сюда их, Мишка. Подкинул его. Странно, а кто с покаяния ада выбил моего? Какого ты контролил? Щитом, по-моему. На который в сапе стоял. Того. Может, я? Корни там он дамаг наносит вроде. Нет. Ну, вроде мой щитом был. А ты, когда я кидал покаяние, на нем еще ничего не было. Наверное, ты кинул, я уже докастовал. Корни что же минуту, разве нет? Нет. 20 секунд. Че там, порезайте, кто там упал. Лейтенанта контроль.
Итак, важная задача для офицеров. Открываем журнал. Проверяем вчерашнее начисление за ЦЛК. И называем мне цифру, сколько получил Йотан за вчерашнее ЦЛК. Сейчас посмотрим. Если смотрим в этом вечернем, да? Да. Лучше на замене себе. Да. А он что, сейчас в рейде, что ли? Да. Да проще, все, я пойму, снять за этот рейд. Мы прошли там только 2 литра вроде бы. Еще проще. Да, мы на валитре остановились вчера. Я не сначала был. Вот поэтому я прошу посмотреть офицер. В следующий раз те, кто вот так вот хочет на 2 хуя сесть, получат от меня очень много ГП. Вы обязаны сами предупреждать то, что вы были в таком-то рейде и уже получали ЕП. Предлагаю перекур, а потом без перекуров. Так, я могу перекуром посмотреть, как он дойти и пройти. Смысл такой, то, что ты не можешь получать ЕП на одного персонажа за 2 одинаковых рейда. Я что говорю, а я туда вот сегодня, допустим, паладином пойду. А ты уверен, что у тебя паладин вообще может в такие рейды? Да, попасть? У меня этот вчера смотрел пианист, поставил звездочку у него, что можно. За ретрик или что? Ретрик. Ну, пока я мелика не посмотрю, он вообще никуда попасть не может. Насчет перекура, а после без нет. Пьем за 5 минут? А хотя да, давайте-то ждем ребута. Просто потом без перекуров, а это тебя перекур. Давай. Кирс, у тебя есть в журнале что-нибудь? Ты ж был вроде с нами вечером. Проверяй, сколько надо с Йотана снять. Ну вот Йотан, давай смотрим. 200. Должно быть повторение. Ну, да, тут пока выходим, да? Ну, ждем ребута, я так понимаю. Да, курим до ребута и заходим после ребута. Можно офнуться, говорю же, перекур до ребута. Так, 400. Да, это не пойдет, если я сегодня пойду платить. Сколько я еще раз убили? Говорю. Так, мы убили до Валитрия. Получается, первый квартал. Тухлый гнилой. Совет Ланы и Валитрия. Йотун, ты сначала рейда был в рейде? Да, я, короче, пришел в 8 с чем. Ну вот, сел, мы как раз пошли в ЦЛК. Ну вот, ты считай... 4 плюс 2 плюс 2. Че это, 8 боссов, да? 1000 ЕП. А Вальку мы не захилили. Да. Нет, не захилили, нет, был ребут, нас выкинуло на пуле. То есть Валька живая, ну, понял. Вот 1600. Не, какой 1600? Ну так 8 боссов. А, все, да, понял. Я не знаю, зачем так делать, но так не делается. Меня это очень калит, прям вот очень. А что случилось-то? Ходить в два рейда одним персонажем, лутать ЕП и молчать за это. Это хуйня какая-то. Так у него, если КД, как он попал еще раз? Да он на замене сидел. А, на замене, понял. Поэтому у меня вообще жопа с замены болит. Если человек... может попасть в рейд, если он попадает и вешает КД, это нормальная замена. А если он не вешает КД, не попадает, то это... в смысле? Ну, может отдохнуть? Либо сходить в рейд и отработать все свои ЕП, в чем проблема?
Просто нафига сидеть на заменишь, а потом идти опять в рейд тоже самому. Зачем два раза время терять? Так, все знают, я каждый раз, блядь, когда оказываюсь на замене, я про... Просто когда-то меня берут, когда-то нет. Про вот эту фигню я не знаю, я думаю, сидишь на замене, то и получается, да, кстати. Это если бы ты поймал КД и все, ты бы сюда не попал. Да ебать, но ты мне представь себе... Мне об что? Этом, подожди, мне об этом никто не говорит. Вот новое правило, блядь. Ты представь себе такую ситуацию, вот ты зашел такой, хуяк, сегодня такой хуяк, СЛК пронесли на фул, ты просидел на замене. Я понимаю, что ты хочешь сказать, просто тоже тут улови, я же как бы все равно тоже сижу, трачу свое время, поэтому я не видел этого ничего. То есть я сижу, жду, в любой момент готов зайти в рейд. Не зашел. Что мне теперь не ходить, типа в рейд следующий? Узнаю. В конце рейда зайти, понимаешь? Представь, что ты работаешь у какого-нибудь чувака, который занимается там в строительной фирме. Ты просто рабочий. Тебе что, должны платить бабки за то, что ты просто сидишь дома? Да, ну, ты же как бы по любому вызову сейчас, приедешь. Мы, понимаешь, мы сейчас начинаем говорить о кислом, а ты мне аргумент о квадрате. Он не знал, что надо говорить, теперь он знает, в чем бы это рассусоливать. Там написано в правилах вообще-то про такую, про эту фигню. Да ебать, когда такое вылезают, такие случаи, охуеешь. Правила эти, блядь. Универсальных правил. Просто, по сути, если там в правилах этого нет, откуда он мог это знать? Так что это получается, если там нет, это предъява несущественная. Он не... Я тоже об этом не знал, только сейчас узнал. Это знают все, кто, наверное, одно или два КД ходил в гильдии, ну все знают. Я так думаю, по крайней мере. Кто ходит с ДВшниками и с вечерниками одновременно, знают. Там как бы персы строго привязаны в основном, типа... Один раз объясняю для новеньких. Есть мейн, есть твинк. Если вы ходите мейном в вечерний рейд, значит вы можете пойти твинком в ДВшный рейд. Вага, можно я какого-нибудь твина возьму в гильду из ЕП мейна? Куда? Нельзя. Твинка свое ЕП. У нас ЕП разделенное. Мейн и твинка. Это охуенно, что оно разделенное. А то, блять, начнут хуету делать всякое. Так уже начинаю. Я поэтому и спросил. Было такое у нас, типа. Ну, это... Кстати, снял-то с этого босса и налог начислил? На Сирусе эта хуйня не актуальна, потому что здесь без листа нету. Есть. Да это, ну, не конечный без лист. Контент новый выходит. Ориентироваться на без лист по оффу и ЛК контента, это, конечно, полезно. Только у нас сервер немного другой. Туда, тут... И этот без лист под наличие Т5 вообще не актуально. Упало одинаковое вроде. Нет. Ну как у тебя все запасы, фаги, все это и в обычном ЛК было. Если в реалиях оффа тебе надо 30% РПБ, здесь уже в реалиях Т5 тебе РПБ вообще не нужен. Просто там если ты в Т10 4 куска, тогда тебе надо РПБ. Я же говорю, в реалии оффа там 30% РПБ нужно. Даже в 2 Т4, в 2 Т10 оно тоже пригодится. Но в реалиях ты 5, тебе даже РПБ шема не нужно. Пару раз въебать по 10 тысяч КГП, и люди так шарить научатся. Предупреждаю. Ничего я 3 ГП не снимал. Это был вот первый и последний раз. Что РПБ не нужно? Ретри. А, согласен. В Т5 не нужно. Хотя УВС-то, конечно, классный, но не настолько. УВС это не основной дамажащий скилл. Вы же сейчас по большей части магии бьете, да? Да. Молотки и экзорцизм. Осталось попробовать. Ты, блин, ротацию используешь как в два куска, да, походу? Да, у меня ротация основана через молотки, как в 2Т4 и 2Т5.
А кто забрал волю? Или она уже никому давно не... Мгновенно, наверное, мой инспект забрал. Она еще вообще кому-нибудь нужна? А я не помню, кто там ролил, но там было много офспеков. Рога на мейн роли. Мутику, воля. Мутику не нужно РПБ. Плохой выбор. Мутику вообще наплевать на РПБ. Почему у него автоатака же есть все равно? Какая автоатака? У него терпеть 5 физический урон. Атака, это тоже у любого милика. В смысле? У тебя яда — это физический урон? Яда и расправа. Там на 60% урон увеличивается от основного скилла. Расправа. Так у тебя расправа, по-моему, в аддоне там ниже 5-й позиции, нет? 4-й. Ну, 4-й и 3-й автоатаки. В любом случае, твоя первая позиция — это яда. Сила природы же. Да по сути, он что хочет, пусть собирает, просто ДПС будет давать, и все, и хоть что пусть носит, какая разница. Не, ну вы тоже, знаете, так говорите, что типа у мутика нет офспека, а вещи-то совершенно разные, что на комбо-то, что на мутика. На лок то же самое. Мили ДД и РДД. Если там Энх ролит на Элема, да, это без ГП, а если милик на... Разницы в рейде, этого нету никакой. Ты что комбо, что мутик, то ШД. Ты все равно милик. Есть разница, если... В ДК то же самое. Анхолик и Фрост. Ну, в смысле, там пушки разные. Так. Ровно как и с Рогой. На мейн, на оф. Если ты ДД и ДД, ты ролишь за ГП. А если ты Фрост, ты можешь же двуручку на успех без ГП полутать? Нет. Фрост с двуручкой — это вообще в пролете. Если ты Фрост мейн спек, а на оф спек ролишь двуручку, не проканает тоже? Нет. Почему? Ну ему ж не идет двуручка Фросту. Мили спек ДД на мили спек ДД. Смысл какой для рейда от этого? Никакого. Что там, ребут уже или нет? Ну все сервера, кроме X2. На X1 уже подняли. Почему я на X3 вот играл сейчас? Там и не было рестарта, по-моему. Я на X3 сейчас играю, никакого рестарта. Ну они все стоят, кроме X2, все. Может, 10, там, 3, 1, они все работают. X2 основной сервер, на нем больше всех людей играет. Конечно, будет больше всех. Он X10 самый стабильный. Если бы, они сейчас убрали призовые, вот в этом этот сезон, все бы на X3 ушли. Не ушли бы все на X3, там контента нет. X2 остается и еще долгое время будет самым актуальным сервером. На X3 в основном ушли PvP-шили, которые контент им нравится. Уже против, заходят, ребят. Против арены. X2 заходит.
Заходите активнее, сервер ожил. Жалко, что в этом Дискорде нету такой фигни на R-чете попроверить. И ГП нельзя раздавать, да, еще через Дискорд. У кого 7,5К ИП нету, да, те не могут разговаривать. Хороший ход. Тут на самом деле много хороших функций не хватает. Это типа, когда есть настройки, вот если Rail говорит, типа никто другую кнопку не может нажать. Вот как, блядь, не помню, когда я в линейку играл, вот там такие функции были, мы не помню, в каких говорилках сидели. В Дискорде можно админку ставить на канал? Как нет, там сложно. Не админка, там все спокойно. Ларка такое. Но если нажимает чувак, который правами наделен, он бах, и никто не может говорить. Ну, это в РК была такая функция. Здесь можно настроить горячую каналы. Можно, да, сделать можно горячую только... клавишу, чтобы когда ты говорил, другие приглушались. Там никто они... может приглушать, понимаешь? А никто не может нажать кнопку, когда ты, он говорит разные вещи. Плюс он мог говорить на все комнаты, короче, которые есть. Какой бы комнате ты не сидел, ты его услышишь. Если бы такая фигня была, можно было бы, чтобы все хилы в одной отдельной комнате сидели. Там много, типа, полезных функций. Ну, потому что там, типа, PvP, когда 300 человек на 300 там дерутся, там совсем другая фигня. Там Discord не проканает. Что, у вас заходит? У меня что-то подвисло. Сказали, Делоросам отдельно вход запрещен. Делорос, у тебя же грид стоит, да? Кто грид стоит? Грид. Аддон. Нет, грид у меня не стоит. Не обманывай, у тебя грид стоит, я же видел. Ты же стрим рубал на Локи, правильно? Не, у меня Эксперл стоит, грид не стоит. Фреймы у тебя грид называется, да. Нет, у меня Эксперл называется фрейм. Просто, если можно будет говорить на все комнаты и типа всех замутить, только админ, вот я пойду кушать, там в тарелку все наложу себе, и тут у меня на всю квартиру, как пианист, начнет говорить: так, блядь, кто там что-то, блядь, не вынес, какую-нибудь спору или еще что-нибудь, да я ж обосрусь, у меня все тарелки полопаются нахрен. Ты понимаешь, блин, я тебе объясняю, это полезно других, потому что там, блядь, статик — это 9 человек, которые мобильная, блядь, группировка, понимаешь? Они сами по себе звено, они атакуют, и они между собой разговаривают, понимаешь? Типа, и им не надо слушать лишний трэш, они между собой разговаривают, а что-то важное, если он там говорит, там они обходят, и он все слышит комнату, понимаешь? Ну да, ну вот, да, в TeamSpeak тоже такая функция. Вот в TeamSpeak, наверное. Ну, короче, там платные, я точно помню, что это были платные. Я вот не помню, как они называются, но там платные. Зато годные. В чем прикол? Он же не будет постоянно орать на все комнаты. Это надо, говорит. Это в основном клан-лидер. Понимаешь, альянсы там, блядь, по 300 человек. Вот в клане где-то 300 человек, и альянс — это еще 3 клана, у которых 300 человек. Ты про линейку говоришь? Да. О, я помню, офигенная тема была, да. Войт, Лударами, Пончик, Проня, Минавен, Две Даёши и Халфейн. Где вы? Я захожу, что-то у меня долго заходит только. У меня тоже висит загрузка в списке персонажей. Да, у меня зависла и стоит она вот. Я вышел, опять зашел обратно. Соединение севера. А мне помогло, когда у меня была такая хрень. Не, просто очень много одновременно людей заходит. Это будет несколько минут. Вот мне зашло. У меня тоже. Это из-за этого, что люди заходят в толпу, сразу столько там тысяч играет. Да, одновременно все не могут зайти. Там какая-то очередь. О, прогрузился. Чё-то, кстати, сегодня друидов мало, 8 всего. Всего? Обычно 9-10. Ну, до второго делать хули. В окна ходить. Я вчера 8 шаманов видел, мне было плохо от увидеть. Так, стопнули флут. Наверное, у тебя код мейнспек, верно?
Даю тебе времени ровно до следующего КД. Исправить все ЛК камни или твое попадание в рейды прекратится. Он в ДД ходит. Значит, алоэ на килесете. Медведа еж на двух. А рыбка стоит. Короче, на пул. Сферы РДД бьют, наверное. РДД обязательно бьет сферы. Желательно, чтобы ни одна не упала. Враска, если хочешь, тоже можешь побить и на это посмотреть. Нет, я так не уверенно сказал, потому что я не обладаю стопроцентной информацией. Сила сферы позволит Валанару свершить отмщение. Прольется кровь. У меня задержка, если что, сейчас. Я, конечно, не эксперт, но задержка — это плохо. Бля, сферу подбить. Тимыч, БР по мне. Херу. Бладласт нажмите. Каску по мне можно обновить. Кир, свагон Геру не может дать. Не в том патче играем. Тулдарам, каску повару. Двоит, поднимай шторы. Не падай. Падет хоть одна кинетика, все РДД получат по 100. Отлагал. Штором и нарвы. И прольется кровь. Насладитесь болью. Войд поднимаем мгновенно. Так я шторы поднимаю. А. Ну Энджи там мгновенно поднимает. Трепещите передо мной. Плодить на боссе не стоит. Я много раз предупреждал.
Есть? Нету звука. Нет. Мой таргет возьми. Нету, говорят. Ну, коняк, а твой день сегодня? Катушка. Ну да. Дарам, там запы упали. Плаща вообще не видно. Ой, ну не тебе. Не-не, я же брал их в тот раз, у меня есть они уже. Мне теперь надо... Триней, кольца, шею. Плащ нужен мне. Про плащ не забудь. Когда он, интересно, поменяет мне этот манускрипт новый, вообще теряюсь из-за него. Знаю, я уже привык на цикле молотков вообще без бафа был. Там типа очень много, если символ стоит, вообще очень много молотков теряешь. Не, я знаю, что поменяют, когда меня интересует. Как только, так сразу. В ближайшее время. Я даже... Я даже приятно удивлен. Там я темку 6-месячной давности увидел. Кто-то предложил анимацию молнии шаману поменять. Там Гринди написал, возможно, после ГХ. После ГХ? После ГХ это в четверг, да? А, ну, среду, ну, конечно. Тогда этого не будет. А облик волка они поменяют, знаешь, когда? Сразу после ДХ. Это лучше бумага, вот этот нахуй, луч смерти бы поменяли, а то заебывают зарейдинг. За это говорили, что они должны были. Они ему бонус менять будут, вообще реворк опять. Просто по 4 мага или 5 взять и сделать так, чтобы он прочухал, что там происходит. Гилдхаус. Нет, это не замок. ГХ? Ну это типа оплота будет.